Короче, делаю вот такую штуку. Наливаю масло в сухую кастрюлю. Наверное, хватит. Да? Да. Даша поехала на скрипт просто. Сейчас масло закипит. Иди сюда. Смотри. Видишь? Что там такое? Кипит масло. Все, хватит. Какой-то у меня муж немного неадекватный. Ну, это такое бывает. Ну, ладно, вот масло я смотрю. Оно булькает. Ну, еще ждем, ждем. Даша говорит, мама, можно я? Ни в коем случае. Детям самим это делать нельзя. А где ты взяла эту кукурузу? Это мама привезла с села. Мама привезла с села. Она ездила к бабушке, там помогала и привезла такую штуку. Я жду, пока она накалится. Там делаю так. Короче, я уже все его высыпаю. Вот так. Потом делаю вот так. А потом его размешиваю, типа там. Ждем. Ты еще так облизывалась? Я не облизывалась. Облизывалась. Я не облизывалась. Когда колотила, там. Нет, я просто это. О, пчелка Майя, прикинь. Это ж с мультика, короче. Я знаю. Ты видел этот мультик? Да. Я тоже. Я думаю, все видели его. Кстати, какой твой любимый мультик? А твой? Ха-ха, попалась. Дело в том, что я люблю не просто мультики. Я люблю, например, смотреть сказки братьев Гримм. О, это да. Да, я знаю все тупо сказки, представляете? Я вот эта спящая красавица, они насколько реально все показывают. Я когда смотрю, мне просто завораживает. А от Костя он все фильмы пересмотрел. Он реально, вот это идет по телеку фильм, любой. Говорю, Костя, ты видел? Он говорит, да. Говорю, название. Он свободно говорит мне название, все, то есть без проблем. Что да, то да. Что? А ну открой, посмотри, что. Сам открой, только я отойду. Да ну пусть не открывай. Еще ничего? Да. Сейчас увидим, сейчас будет война. Так вот, а мультики я люблю, не знаю, мне Шрек нравится. Но если взять старые мультики, допустим, мне нравится, ну погоди. Мне нравится Том и Джерри. Ну, я не знаю. А моряк Папай видела? Нет, не видела. Ну, он шпинат все время закатанный ест. И потом такой суперсильный становится. Это там, где они умывались, бочка воды, два пальца тыцали, вот так делали в глаза? Нет. А что это? Я не знаю. Это не мультик? Не знаю. Да такие-то Костя вообще древние мультики смотрел. Тем более, Костя смотрел мультики, которые там, ну, мне не нравятся. Ну, там, картинка какие-то, не серенькие. А еще у Кости, кстати, он любит смотреть фильмы Шерлок Холмс. Да плохо, что мультика нету Шерлок Холмс. Мультика Шерлок Холмс. Есть. Да нету. Слушай, есть, по-любому. Творится? Ну, открывай, заглянем. Они скачут там. Так, не надо, Кость, не надо сейчас попасть. На меня капец. Ты видела, как они скакали? Кость, ну, это не трудно догадаться. 30 лет человеку, взрослый человек, как бы, а, ну, что ты там ногой ерзаешь? Кстати, такими качанчиками попахнет. А будем с сахаром или с карамелью? Ну, я не знаю, я буду без ничего. Или соленый. И то чуть-чуть, вообще немножко. Ну, как-то кукуруза, не знаю. Попкорн. Даша будет сахаром это пишет. Какую карамель? Ты будешь делать карамель? Не, я карамель не буду. Да почему ты мне это спрашиваешь? Я тоже ее делать не буду. Я просто подумал, сахар и карамель это одно и то же. Сахар и карамель? Но вообще-то карамель делается с сахара. Ну, одно и то же. Что то сладкое, что то. Ты гонишь? Да. Действительно, одно и то же. Мне кажется, может немного огонь привет. Может их уже выключать надо? Не, еще немножко. Давай я еще их потрясу, короче. И что, помогает? Что? Запашок идет какой-то. Вкусный. Мямки.
А я люблю вот такую штуку. Я себе тоже нажарил. Семечки. Арбузовая или арбузовая. Это семечки не с тыквы. А, не с тыквы? Это... С кабачков. Да. Реально круто. Я, кстати, сделал... Обратил внимание, что покупал в магазине... Ослену. Не ешь их при мне. Обратил внимание, что вот эти семечки, которые продаются арбузовые, ну, то они на самом деле не арбузовые, а по вкусу напоминают вот эти кабачковые. То есть, а прикинь, сколько денег, ну... Ну, экономия, нет, зарабатывает. Ну, понимаешь, это не трудно, Костя, различить. Вот я лично сила, у меня мама сила, я знаю прекрасно, что это такое. Вот это, ну, не тыквенная семечка, потому как она совсем маленькая. Маленькая. Так ты фермер. Не хочу с тобой, Кубышкин, разговаривать. Та-дам! Злюсь на тебя. Пам-парам. Ха? Прикольно? С пылу с жаром. Скажите, пахнет. Классно. Блин, что-то оно горит, короче. Давай его будем снимать. Давай. Что оно попахивает. Сейчас я возьму, подожди, кастрюлю какую-то. А, давай вот эту, да? Давай, поместится. Знаешь, что мне надо? Да, я думаю, поместится. Сейчас я возьму. Блин, что я не знаю, что мне брать в руки. Я думаю, Даша придет, будет очень рада. Как ты думаешь? Безумно счастлива будет. Да. Смотри. Оно горячее. Давай я возьму. Нет, давай я. Не, ну тебе неудобно, давай. Пусти, бо ты меня... Ты ж не держишься. Да, немножко подгорели. Нет, давай, ничего страшного. Угу. Такое красивое, глянь. Где, подгоревшее? Кость, не то, что подгоревшее красивое. Ну, вообще красивое. Блин, ты меня реально троллишь, Костик. Я тебе серьезно говорю. Я тут стараюсь. Кстати, вот компотик я сварила. То, что я обещала. Вот он. Угу. А, горячий. Короче, знаешь, когда не влазит, а ты хочешь его туда впихнуть. Порассыпала, Китюнь. Не знаю. А, так оно не сгорело. Видишь, они, ну, просто видишь, все дожали. Немножко. Ну, вверх, да, не, я не спорю, не очень. А то, что вот здесь. Ну как, нравится? Угу. Угу. Такое довольно интересно. Ай-ай-ай-ай-ай. Знаешь, когда говорят. Когда взял с пальцами, короче, оно сильно-сильно запекло, и надо забухаться. Не, такого не знаю. Да ладно. По-моему, это эффект плацебо. Или, ну, самообман. Нет. Красиво же, скажи красиво. Угу. А, блин, еще кастрюля горячая. Что ж такое? Я тебя заговорил, или сама заговорилась. Да. Вот Костик, понимаешь, тут уже мы взрослые люди вроде. Слушай, вот я думаю, пошли вот это видео сейчас выложим. Просто так ее все. Да? Ну, можно вообще-то выложить, я тоже так думаю. Да. Кстати, ребята, скоро в Косте будет день рождения. 16 лет. Денрик. 33 года. Которые мы праздновать не будем. Знаете почему? Ну, как бы сказать, тут есть два спорных вопроса. Потому что, вообще говорят, 33 года не празднуется. Типа, 33 года там, как, было распятие. Да, распятие Иисуса Христа. Да, на муки был отдан, поэтому... Ну, все мучения, которые проходят, ну, типа вот так вот говорят, все мучения Христа, угу. он их прошел, а ты, типа, в свою очередь будешь отдыхать, типа, это... Да, и это и может, типа, не вести, ну, я не знаю. Я как-то, ну, к этому отношусь более серьезно. Не, ну, не то, что, ну, не будем, короче. Хоть я и шутил там, ну, пранки вот эти вот делал. Всякие, ну, я же говорил, что я верю. Вот, и что-то мне не хочется, чтобы мне не везло потом. Ну, в принципе, да. Ну, не знаю. И, кстати, у моей мамы 22 мая тоже день рождения. Ей будет 55 лет. Что мы там точим? Не знаю, я уже несколько штук съела. Может, мне хватит. Оно прикольное, реально прикольное. И вот эти семечки трещат, не знаю. Может посмотреть, есть ли у нас сахарная пудра? А может карамель сделаем? Ну ладно, я не буду ее делать. Ты хочешь, чтобы я сорвалась и начала жрать опять? Открыла, закрыла. Открыла, закрыла. О, у нас есть кокосовая стружка. Знаешь, что я люблю? О, давай с кокосами сделаем. Кого? Попкорн. С каким кокосом? Нет. Такое ты не сделаешь. Кокосовую стружку, Костя, я покупала вообще-то для того, чтобы вот эту картошку, короче, сделать. Знаешь, печенье, масло,
какао. А потом я такие колобочки делала, типа как Рафаэлки, кокосовая стружка. Красивая, не обязательно. Пока мы тут спорим, ну, оно остывает, надо пока горячее его засыпать чем-то. Так что давай. Так мы все не будем засыпать. Я думаю, каждый себе засыпет. Жменьку. Ну даже сахар можно сразу засыпать. Ты можешь. Ну, карамелизовать. Да. Да. Я буду компот. То на нас и дашь. А с чем? Так давай все не будем. С сахаром. Нет, я не думаю, что все надо сразу с сахаром. Компот. Ну, Даша отберем. И засыпем сахаром, да, Даша? Угу. Давай. Ну, пока горячий, сахар прихватится. Или пудрой. Ну, там сейчас найдем, короче. Нет, давай, наверное. Ну, горячий. Давай я тебя поснимаю, а ты давай это сделаешь. А что ты с меня смеешься? Потому что ты хотела руками вот это все взять. А я вилочка. Так оно горячее, ну а, ну конечно. Так давай подожди, пока ты не так много насыпал, давай сейчас пересыпешь сахаром, а потом досыпешь. Жалко, что Даша этого не видит. А ты знаешь, что попкорн продается в магазинах? Ну, сахар вон стоит. Уже готовый. Чё, конечно, что знаю. Ложишь в микроволновку и все я готово. Я думаю, вот этот круче. Ну, не знаю. Я думаю, просто у нас нет микроволновки, поэтому мы туда хватит ложить ложечки не будем. Да, теперь вот так вот перемешивай. Ну что? Одной ложечки хватит? До встречи. А, да? Все, да, я... Пошли есть попкорн. Да, я пошла монтировать. Сейчас увидите. Да. Все, пока. Всем.